Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня заключительный концерт абонемента «Народная мозаика», и это особенное событие для всех нас. Своим искусством, талантом, вдохновением радует вас один из ведущих коллективов Самарской государственной филармонии. Лауреат всероссийского и международного конкурсов, обладатель президентского и губернских грантов в области культуры и искусства, ансамбль народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». Руководитель коллектива, лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Буциков. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения талантливого композитора, исполнительницы на гуслях, народной артистки РСФСР Веры Николаевны Городовской. С ее произведения мы и начали нашу сегодняшнюю программу. Прозвучала фантазия на две народные темы. «Я в садочке была» и «В лузях». Партию «Солирующие домры» исполнила артистка коллектива, лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Полумордвинова. Дорогие друзья, ежегодно талантливый коллектив «Волга Фолк Бэнд» радует слушателей яркими программами в разных абонементах филармонии. «Народная мозаика», «Музыкальная гостиная», в нашем новом абонементе «Праздничный». У ансамбля очень много друзей и почитателей, ведь музыканты постоянно гастролируют, дают концерты по всей нашей губернии, в других городах России, вплоть до республик Северного Кавказа. Совсем недавно коллектив посетил с концертами Дагестан и Чечню. Каждый год «Волга Фолк Бэнд» с большой радостью приглашает всех на праздничные концерты своего самарского фестиваля «Открытое небо, открытые сердца». И сегодня представит вам наш коллектив свою новую программу «Истоки». В ней будут звучать произведения, созданные в России. И мы вновь и вновь убедимся в том, что народная музыка – это живое свидетельство исторических событий нашей судьбы, нашей истории. Это достояние нашей культуры, это прекрасный источник для музыкального искусства. В удивительных мелодиях и напевах раскрывается вся природная красота России, ее бескрайние просторы, ее многогранность традиций. Сегодня с коллективом «Волга Фолк Бэнд» выступят две известные талантливые певицы. Наши гости – солистка Мордовской государственной филармонии, заслуженная артистка Республики Мордовия Евгения. Она выступит во втором отделении программы. А в первом отделении народные песни исполнит артистка Государственного Волжского хора имени Петра Милославова Гульнара Хабибуллина. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем программу «Истоки». Русская народная песня «Двор, широк двор» исполняет лауреат международного конкурса, артистка государственного русского народного волжского хора имени Петра Милославова Гульнара Хабибуллина. Вонюша,
Миша, давай селимся отходить. Он по улице идет, да песни радости поет. К широку двору подходит, сам высвистывает. За колечечко берет, да приговаривает. Домаль моя, домаль любушка моя, Калина моя, малина моя, чтобы встретила меня до удалого молодца. Калина моя, малина моя, его любушка встречала, за белые руки брала, за белые руки примала, что в огорницу вела. Скажи, любушка моя, да с каких пор любишь меня, с каких пор любишь меня, радость, душечка моя. Как увидела тебя, Калина моя, малина моя. Часто лесенка вперед, Калина моя, малина моя. А сейчас прозвучит инструментальная обработка русской народной песни. Композитор Александр Наюнкин. «Как у бабушки козел».
Русская народная песня «Деревенька моя» исполняет Гульнара Хабибуллина. Репертуар коллектива «Волга Фолк Бэнд» очень богат, постоянно обновляется. Этому во многом способствует сотрудничество наших музыкантов с талантливыми российскими композиторами, исполнение современных сочинений. Одно из них
и будет звучать сейчас в программе. Его автор Владимир Кошелев, молодой сибирский композитор, работающий в разных музыкальных направлениях. Это академическая, этническая, джазовая музыка. Почти все его произведения обладают определенной программой. И сейчас, дорогие друзья, прозвучит оригинальная обработка народной песни «Ивановы дочки». По словам композитора, это светлый образ русской женской души, которая хранит свою неповторимость с глубокой древности и до нашего времени. Владимир Кошелев, «Ивановы дочки». Thank you.
Ансамбль «Волга Фолк Бэнд» всегда увлеченно работает над новым репертуаром, знакомит слушателей с произведениями разных народов, проживающих на территории Поволжья. Богатая музыкальная культура нашего края представлена в старинных песнях, в инструментальных композициях на основе народной музыки. Оригинальные переложения и инструментовки для «Волга Фолк Бэнд» выполнены композиторами Валерием Ельчиком, Владимиром Кошелевым и, конечно, участниками нашего коллектива, его руководителем Дмитрием Буциковым и баянистом Дмитрием Власенко. И сейчас в нашей программе прозвучат две татарские народные песни. «Не расставайтесь» и «Почему горит мое сердце». Для вас поет Гульнара Хабибуллина. Thank you.
золотых галках, чей горбез я на земле рвутся. Тала, 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 и кен миллеге, книге тала, ниге я на, и кен миль вереге. Тала, 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 и кен миллеге, книге тала, ниге я на, и кен миль вереге. Гульнара Хабибуллина. Ансамбль народных инструментов «Волга Фолк Бэнд». Ансамбль «Волга Фолк Бэнд» исполняет музыку разных эпох, всевозможных жанров и стилей, и, конечно, собственные оригинальные сочинения. Одно из них и продолжит нашу программу. Это композиция Дмитрия Буцикова, навеянная впечатлениями от успешных гастролей коллектива в городе Казань. Дмитрий Буциков, фантазия на русскую и татарскую темы «По дороге в Казань». Ансамбль «Волга Фолк Бэнд». А теперь, друзья, мы вспомним известную песню, созданную в начале 20 века, в период особой популярности городских эстрадных романсов и песен. Многие сочинения тех лет с большим интересом исполняют и слушают в наши дни. Композитор Дмитрий Покрас, поэт Павел Герман. «Все, что было». Для вас поет Гульнара Хабибуллина.
равно года проходят чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с замученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть? Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Истомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. О забытом, пережитом полусне. Милый друг, ни разговором, ни намеком не ищи облика во мне. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Истомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что было, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Дорогие друзья, сейчас прозвучит любимая многими слушателями композиция «Волга Фолк Бэнд». Современная обработка очень известной русской народной песни. Дмитрий Буциков, «Нью валенки». Подшиты стареньки, нельзя валенки подшить. Ох, не в чем Камила. Подшиты стареньки. Чем подарочки носить, лучше валенки подшить. Чем подарочки носить, лучше бы валенки подшить. Ох, как! Как же я любила по дороге-то босиком к милому
лауреат международного конкурса, артистка Государственного Волжского хора имени Петра Милославова Гульнара Хабибуллина. Ансамбль народных инструментов «Волга Фолк Бенд».